Там посмотрим, будет она. Короче, ребят, всем привет. Еще раз большое спасибо всем, кто прежде всего пришел. И, да, Жорик Вартанов, Давид. Севка ТВ, очень, кстати, смешная была штука. Я прям ухахатывался, так сказать. Всех благодарю за то, что пришли на сессию по ИИшке. Очень для меня ценно, потому что, я повторюсь еще раз, продукт классный. Да, это не инвестиционка, ну, как мы все привыкли, там что-то проценты, там еще что-то, но это продукт, который пригодится каждому из нас, прежде всего еще и для продвижения BabyBNB Tiger, как минимум. Вот, потому что, я повторюсь, когда включится, ну, как бы, когда пойдет, ну, скажем так, на полную мощь, вы же знаете, да, когда идет позитив, вот, когда рост, когда развитие, все сразу становится на свои места, все сразу хотят двигаться. Вот, сейчас у тигренка очень интересный, ну, скажем так, позитивный фон. Ну, если его не будет никто, так сказать, пытаться навредить, однако, ну, как бы это дело хозяйское. Просто я вижу, что от команды идут хорошие движения. Я конкретно смотрю в сторону развития, в сторону роста, да, то есть не просто там однодневного, а длительного. Большие цели прийти к АТХ, возможно, уже даже в этом году. Не хочу ничего чересчур загадывать, но не исключаю, что возможно все. Что такое АТХ для большинства из вас? Для большинства из вас АТХ – это 25-30 иксов с текущих у BabyBNB Tiger. Можно, в принципе, это увидеть. Сейчас мы это увидим с вами вместе. Так, BabyBNB Tiger чик. BabyBNB Tiger чик. Здесь у нас... Кстати, вот сейчас было бы неплохо всем... Вот вспомните, что мы с вами, как мы с вами сделали на прошлой неделе. Вроде бы, казалось бы, мы сделали откуп, помните, да? То есть там по чуть-чуть, каждый по мелочи. А как это хорошо повлияло? Ну, чтобы вы поняли, команда тоже это заметила на прошлый раз. И обратила внимание на то, что большое количество кошельков, ну, активные, то есть живые люди реально, то есть там делают, ну, и так далее, и так далее. И я рекомендую все-таки вот как минимум даже во время эфиров делать какие-то совместные. То есть это же, ну, в любом случае, это же тот ваш актив. То есть, ну, представьте, я вам покажу просто, чтобы понятно было. Вот, и еще раз говорю, не надо это, не надо там какие-то супер наводить здесь движение. Вот смотрите. Сейчас, стоп. Давайте АТХ. Сейчас АТХ мы покажем. Тихо. Тихо. Давайте вот так вот сделаем. Дневочку. Так будет проще. Вот, посмотрите, как хорошо на самом деле рисуется сейчас график. То есть, ну, вот эта картинка, она очень такая плодотворная. Не памп, не какой-то здесь резкий, быстрый взлет, и все, он не нужен, я сразу говорю, вот прям резкий, хотя я не знаю, как они себя поведут, но я бы такой вот, пусть оно лучше вот плавно, там, по 10%, пусть лучше в сутки по 20%, вот как оно сейчас идут, вот лучше пусть в таком режиме это все работает, и тогда мы увидим, не сразу, но планомерно, мы увидим те цифры, которые по-настоящему нам принесут всем пользу. Значит, от АТХ, вот то, о чем я говорил, если мы посмотрим с текущих, вот с текущих 23 икса. Но это я пока, это я, наверное, даже вот сейчас покажу. Это я, наверное, даже взял. Ну, плюс-минус, да, где-то 23, может, даже чуть больше. То есть это с $1000 23 тысячи долларов. Нет, здесь еще чуть-чуть. Вот так вот. Будет более правдиво. Соответственно, 25 иксов плюс-минус. Так я и считал примерно. Плюс-минус 25 иксов до АТХ.
То есть 25-30 иксов – это довольно-таки жирная, интересная история, довольно-таки жирные, интересные профиты. Я уверен, что очень многие ребята до сих пор держат сумки и правильно делают, что, конечно же, держат их, что не сливаются. Нужны ли здесь продавцы? Они тоже очень даже нужны. Но я рассчитываю на то, что сейчас покупателей будет гораздо больше, и как бы сам заряжен на то, чтобы здесь хорошую дать поддержку. То есть, ну, у меня настрой, в общем, такой позитивный в отношении тигренка. Даже очень. Сейчас главное, чтобы BNB не подвел нас, потому что сейчас вот новость вышла такая, не самая лучшая для... Вообще для крипты, ну, кто-то же, наверное, уже все видели, сейчас буквально час назад уже везде шумят. Но это тоже такое определенное, ну, как сказать, определенная манипуляция. Завели огромное количество битков, очень много битка завели там. 2, по-моему, 9800 долларов битков, это 200 с чем-то там, по-моему, миллионов, ну да, плюс-минус там 250. Сейчас надо посмотреть в цифрах, я сейчас открою эту новость, она везде, я ее просто не пушил, потому что я считаю, что это, ну, как есть говорю, это, ну, такая, знаете, как сказать, хитропопая история. А, миллион, 1100. Миллион, короче, 1 100 000 битков на 30 ярдов, что ли? Что, серьезно, даже так? Понятно. Ну вот, пересылаю. Короче, это типа они хотят показать, но я так думаю, что это они показывают, ну, мое обвинение, да, то есть мое мнение. Они показывают такую, что могут положить все, что угодно. Вот, скорее всего, из этой серии. Вот. Плюс завели еще сейчас на Kraken тоже большое количество. Пользователь под ником Сатоши Накамото поделился твитом впервые за 5 лет. Нифига себе, что за новость. В Твиттере пользователь Сатоши Накамото. Ну, тоже это интересная новость. Короче, сейчас покажу, ладно, обсудим и эту новость тоже, раз уж взялись. Короче, это шортовая новость, естественно, и для быков, так сказать, да, для людей, которые любят лонги, ну, это не самая такая приятная новость, потому как это все равно, как ни крути, нагрузка. Так, вот сейчас скину Сатоши Накамото, давайте тоже, кстати, разберем. Что ж это за твиттер такой? Я даже такого твиттера не знал. Я говорю, интересные, конечно, события происходят. С каждым днем все интереснее и интереснее. Ну и вот, то, что на Кракен они завели. Ну, на Кракен не такая уж и большая, как бы. Тоже, понятное дело, не маленькая сумма. Но, в принципе, умеренная. Вот, мы с искусственным интеллектом немножко, так сказать, позже все это решили обсуждать. Да, вот это, кстати, утка мне тоже написали, да? Это шляпа, да? Уже более подробно. Я тоже думаю, что это, скорее всего, какой-то фейк. И его можно даже особо сильно не размещать. Касаемо Кракена, точно я знаю, что завели такую сумму. А это либо кто-то хайпануть решил, вот можно даже тоже глянуть. Я не исключаю, что просто кто-то решил хайпануть. Кстати, вот тоже токен неплохой. Зашли випкой. Такие объемы здесь жирные, ну прям космические. Ну вот кто находит на эфиры, видите, может, соответственно, может вовремя все увидеть. Очень красиво идет токен. Очень грамотно его проторговывают. Прям нереально красиво идет. Я такого давно не видел. И объемы тоже, ну посмотрите, 4 эфира. 6 эфиров в продаже. 6 эфиров. Причем не ботовые. Бот смарт-контракт, хотя нет, ботовые. Но какой-то бот совершенно другого формата.
Ну, я еще не, смотрите, то есть это не повод прям сейчас брать, бежать вот эту историю. Это еще не повод. Где-то отскакивает все равно, ничего не, ну, как бы, сделали они такую манипуляцию, скорее всего, но я думаю, что дед заберет свое, если, конечно, там палку вверх не кинут. Скорее всего, загрузили очередной раз лонгистов, потому что, что, ну, уж слишком хорошо все сидели. Я, кстати, лонги открывал, это просто, ну, у меня вообще, я открыл лонги вот здесь, вот 26 700. Вот этот вот сброс, если сейчас посмотреть, вот этот сброс, я открывал лонги на Солану, на Оптимизм, короче, вот здесь я 26 700, и я открыл лонги на небольшие суммы, думаю, просто вот чисто ради, скажем так, ради интереса. И вот здесь вот этот вот шпилька, вот это меня сбросило. Я, ну, там изолированных много было, меня сбросило и пошла эта вся малина вверх. Вот, то есть вот так и бывает. Ну, я к этому отношусь спокойно и вполне себе лояльно. Короче, смотрим на Сатоши Накамото. Вот он. Типа какой-то новый чувак. Не знаю, что это за аккаунт, но что-то здесь будет происходить. Ну и учитывая, что такие объемы заходят на Кракен, на тот же самый. Короче, события намечаются довольно-таки интересно. Актуально. Так, это нам не нужно. Я это, собственно, к чему, ребятки? Я это, собственно, к чему? Потому что если нас дедушка не подведет с BNB, то, скорее всего, у тигренка все будет very wonderful, и если мы его еще потихоньку будем поддерживать, у тигренка все будет, конечно же, very wonderful. Если вдруг, ну, рынок будет сыпаться, ну, к сожалению, увы, пока что никто ничего не будет там поперек рынка, как говорится, лезть, скорее всего, никто не станет. Вот, значит, что еще из новостей? Из хороших, опять же, из хороших новостей, которые на сегодняшний день есть для Baby BNB Tiger. Я не буду там чересчур много говорить, но тренд благотворительности, который в принципе, да, то есть многие еще пока его не понимают, даже я его до конца сам не понимаю, тренд благотворительности в крипте, он невероятно, нужен рынку, он невероятно мощный. И вот я говорю, что нам посчастливилось просто находиться на самом старте вот этого вот тренда. И этот тренд, по сути, мы можем, ну, как бы ждать, пока он реализуется, а можем его реализовывать. Вот я занимаюсь тем, чтобы он реализовывался. Здесь и сейчас, уже. Не когда-то, не завтра, не послезавтра, там, не через месяц, а уже сейчас. И для этого я делаю определенные действия. Я однажды, вспомните, если вы вспомните, о сессии первые, когда я проводил, когда тигренок только-только-только начинался, я тогда сказал, что, ребят, ну, сейчас повспоминайте, вот кто вспомнил, кстати, поставьте в плюс, потому что это, ну, эта информация была очень ценная. Я еще тогда вначале сказал, что, ребят, да, вижу, ага. Что когда была шиба, я тогда сказал, что когда была шиба, я перестал заниматься там этой шибой и начал там, ну, чересчур куда-то погружаться. И шибу, ну, в принципе, там продавал. Ну, короче, занимался тем, что я не участвовал в процессе. Вот с тигренком я вам сказал тогда еще, в начале сам, что я хочу этот путь пройти, не делая вот этих ошибок. То есть не, ну, скажем так, да, все равно будут какие-то ошибки, какие-то что-то, ну, не доделал, что-то не так сделал. Но я хочу, чтобы этот маршрут был уже лучше, чем тогда, намного лучше. И так уж получилось, что многие как бы не верят и говорят, ну, там,
А я вот верю, я верю, что Baby BNB Tiger — это та же самая шиба. Понимаете, да, то есть я в это верю. Но это странно звучит для большинства людей, кто-то скажет: Коля, ты больной, там столько вливали денег, там были это. Но все начиналось точно так же. Вот точно так же, как сейчас идет в Тигренке, начиналось практически, вот все шло точно так же. И что будут вливать в Тигренка, мы пока еще не знаем. Никто из нас не знает пока что. Но цель, которую мне Давид, допустим, прописал, эта цель выглядит вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот так он мне пишет. И мне она, кстати, нравится. Можете прям тоже заскринить эту цифру. Вот так. Она мне, кстати, очень нравится. Очень хорошая цифра, очень понятная цифра. Очень каждому человеку может быть подъемная. Я в канале написал. 15555. Вот хорошая цифра, к которой, ну, я считаю, что тигренок может прийти. Вполне себе реальная цифра. Даже если, друзья мои, тигренок придет к этой цифре за этот год и следующий год, даже если так получится, что он придет за этот и следующий год, это очень хороший результат для всех нас. Стоит ради этого потрудиться чуть-чуть? Да. Направлен этот проект на благие дела? Да. Реально есть польза от этого проекта? Да. Во всех отношениях. Люди становятся лучше. Продукт супер. Людей рано или поздно это объединит все больше и больше. Богатых людей, которые с головой будут богаты, а не просто хайпариков, станет больше. Я во все это верю. Повторюсь. И помимо того, что я верю во все это, я еще при всем при этом делаю. Понимаете, да? Делаю, потому что проводя с вами, и вы это делаете, каждый из вас, потому что вот вы приходите сейчас на прямой эфир, вы слушаете, вы разговариваете, вы кому-то что-то рассказываете, кому-то рекомендуете. На день рождения вы подарите кому-то тигрят, это вы сделали. Вы сделали действие. Как я и сказал, вот тогда я отпустил и сказал: все, не буду, ну, то есть я не занимался. Вот сейчас я еще и занимаюсь. Вот если взять в соотношение, допустим, шибу, я опять же, я хочу, почему мне говорят, не знаю, то есть у меня есть сопоставление, очень крутое сравнение с теми, кто смог реализовать что-то. То есть вот они смогли что-то реализовать, что-то нереальное, казалось бы. Вот шиба, она смогла это сделать. Я опираюсь на этот опыт. Знаю, что команда опирается точно так же на этот же опыт. То есть мы, по сути, как бы это является таким, ну, как сказать, ориентиром, что ли, да, в какой-то степени. И я еще раз говорю, вот, то есть посмотреть график. 2020 год, ну, давайте откроем. CoinMarketCap. Сейчас мы с вами пройдемся по истории. И сколько раз, повторюсь, я еще раз повторюсь, сколько раз мне говорили, когда шибу я пушил, говорили о том, что: Коля, ты занимаешься ерундой, то есть ты это с камина, не надо ее вообще пушить. Сколько раз, знаете сколько? Очень много раз. В конечном итоге я уже говорю. Потом все эти люди, кто мне так говорил, они ее покупали. Покупали за уже побольше, намного подороже. Показываю. 23 октября 2020 год. Вот оно движение. То есть основное. И она на самом деле запустилась, по-моему, даже раньше, если не ошибаюсь. Надо посмотреть, кстати. Она запустилась, по-моему, даже раньше. Это маркет. Это этот.
CoinMarketCap показывает. Надо, короче, вот детально еще посмотреть, когда. Потому что здесь, по-моему, это запуск ее вот на... Ну, хотя нет, по-моему, он с момента, со старта показывает график сейчас. Вот оно, собственно, движение. Вот она эта коррекция. То есть она очень такая серьезная, существенная коррекция. То есть, ну, если так посмотреть, то вот это очень существенная коррекция. И это, я повторюсь, один год здесь был, один год, ну, скажем так, полгода было вообще мини-движение, потом была вот эта вот затишье, тишина. Но потом был рост. И вот я вам хочу сказать, что вот этот вот памп, он, конечно, хорош, ну, тем, что, ну, типа, вот, пропампили, все, кто-то там успел, кто-то вытащил, кто-то... Но если было бы правильное планомерное движение, конечно, это сложно, когда очень много людей знает о том, что здесь, как говорится, дают сладкое, все же бегут сразу же на это сладкое. Листинг Binance апрель, 30 апреля 2021 года. Угу, там кто там мне прислал. Август, 2020 году в августе запустилась она, да? То есть это, блин, почему мне кажется, что она раньше запустилась? Вон, Давид пишет, у тигренка пульс шибы в один в один. Понимаете, в чем разница? У шибы, у нее не было вот этой вот идеи глобальной, где люди, когда начинают, ну, объединяться и начинают, ну, здесь правильная еще механика, когда выработается полноценно, люди начнут это понимать. Когда люди хотят лишь бы хватануть, ну, они голодные, да, то есть они об этом не задумываются. Но я повторюсь, что придет момент, когда люди не будут голодные, то есть вот в крипте этот момент настанет. Когда он настанет? В этом году, в следующем году, ну, тут остается только гадать, фантазировать. Но то, что следующий год будет халвинг битка, и то, что в следующем году будет движение мощное по битку, мы, ну, об этом, ну, это знают все. Ну, как бы, не то, что все, но многие это понимают, те, кто уже проходили. Да, Марсель пишет. Только сети другие БСК мертвы, пока сеть не помпанет, ждать только булран. Да. Но я говорю, мы недооцениваем пока, многие недооценивают пока что сеть БСК. Недооценивают. То есть это сделано тоже для кого, как, еще непонятно. То есть для кого, как, еще непонятно. Все эти коррекции, эрекции, непонятно, я говорю, еще для кого. Потому что, ну, как ты еще BNB вытащишь, как говорится, с народа? Никак. А BNB довольно-таки неплохой актив. Ну, там, конечно, сейчас разбрелись по биржам тоже. Много бирж вот этих вот, они там, это что, как, то есть любая биржа, которая запускается, она начинает фудить. То есть она начинает добавлять там. Это как из серии, знаешь, как. То есть, как биржи эти работают? В этой серии был тигренок, тигренок рос, пришли какие-то кренделя, которые запустили свой токен. Они нет, чтобы на позитиве все это, они начали там подсирать, там, ему будет кирды. Ну, как и в сетевых, это ж вот я говорю, вот эта вот модель. Ну, такая дешевая. То есть она не созидательная в отношении всего. И отсюда, я уже помните, я рассказывал, что отсюда многие проекты, они просто сдуваются в России, ну, в СНГ. В мире тоже, но в СНГ в частности. То есть вот есть проект, который, это Степан тот же самый. То есть вот он рос, 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 потом начались вот эти вот клоны прибежали, то есть все зарабатывали. Блин, подключайся к махине и зарабатывай. Нет, понабежали вот эти вот клоны, пах распылили все. И никто ничего не зарабатывает. Ни клоны не зарабатывают, ни махина, все. Так что это я к чему говорю?
Потому что у тигренка, у него на самом деле есть уникальность. То есть вот почему я, опять же, полноценно здесь, ну, как бы, мягко говоря, качаю, да, это назовем это так. Потому что он уникален. Из всех проектов, которые мы видели на рынке, тот запускался, этот запускался, пятый, десятый. Но ни один из проектов не может вот этой историей похвастаться. Вот этой уникальностью, с благотворительностью, с отдаванием, с любовью, со всем и со всем, со всем. И вот этот искусственный интеллект, за который сегодня мы смотрели, да, то есть вот это яичко, вот это все обучение, для чего, опять же, я с вами делюсь? Для того, чтобы вы могли, понимаете как, искусственно, ну, нейронка, она развивает сама себя. Это как бы, давайте пример я вам приведу сейчас. Смотрите, вы, ну, что, по сути, тигренок, это что же нейронка? Ну, посмотрите, что такое тигренок? То есть, если вы посмотрите в самые истоки, по сути, тигренка создала нейросеть. Ну, я это вижу именно так. То есть, это не просто отрисованная модель какая-то, еще что-то. Это четко нейросеть. Вот появилась из информационного поля вот такая вот, вот такая структура. Появился Baby BNB Tiger, который принадлежит всем. Для чего? Для того, чтобы люди поняли, что все есть, всего хватает. Но это, ну, приходит это не сразу. Пройдут этапы, где все это поймут. Просто на это нужно чуть-чуть больше времени. Это я к чему говорю? К тому, что нейронка развивает сама себя. Понимаете, да? То есть нейросеть, она сама себя улучшает. То есть, но это как прийти на работу к кому-нибудь, и он тебе постоянно дает разные плюшки, инструменты для того, чтобы ты развивал его компанию. Он тебе говорит, вот иди обучайся там, вот иди делай это. Он тебя развивает, чтобы ты, поскольку ты работаешь, взаимодействуешь с ним, помогал. Как интернет. Интернет – это же тоже саморазвивающаяся машина. То есть появился интернет, и все начали там через финансы, еще через что-то, все начали одно, другое, продукты, проекты, ну, то есть все начали воспроизводиться. И, по сути, саморазвивающаяся машина случилась. Вот нейросеть – это та же самая история. Когда мы подключаемся к нейронке, если мы подключаемся, и это тоже не всем дано на самом деле, это не это кажется, да ну что там, я тоже вот легко, для меня нифига. Это тоже определенные таланты, определенные способности, концентрация, усидчивость. У меня жена сейчас, я вам говорю, за 2 недели она вот сейчас там курс готовит, но она делает, реально тоже делает конфетку. И вот когда она погрузилась в это все там, она за 3 недели, вот она сейчас с нейросетью разговаривает, то есть вообще на ты. Я уже рассказывал об этом. И я вам, в принципе, вот этим инструментом, который сегодня с вами поделился, я вам просто говорю, что вот те люди, которые получат от вас продукт такой, они вам не скажут, что вы дали им херню какую-то. Ну, плюс это идеальное касание для построения команды, для формирования своего канала, там, чата. Да и мне было бы, ну, мне по-настоящему будет приятно, если вот вы все, кто здесь есть, будете развиваться в этой сфере тоже, кому это нравится, кому это интересно, либо своим близким дадите, знакомым, кто захочет развиваться в этой сфере. Но вы поймите, сегодня нейросеть заменила, по сути, пиар-компанию, пиар-отдел может заменить. Маркетинговый отдел может заменить. Ну, хорошо это или плохо, но это происходит. И нужно это четко понимать. Нейросеть сегодня заменяет там, питание, допустим, вот она у меня там, Вика, забивает, то есть, да, составь мне план питания. Ну, вы видели наверняка эти видео. То есть, он составляет ей план питания на всю неделю. Вот. Она пишет, можно убрать, он там пишет брокколи какие-то. Вика пишет, убери мне брокколи, мне не нужны. Он убирает брокколи. Она говорит, теперь напиши мне рецепты, как это все готовить. Нейронка ей выдает полностью все рецепты. Она это копирует, все, у нее готовые
бизнес-план на всю неделю. Развивающая история. Ну, конечно, развивающая. Есть смысл потратить вот на это время? Ну, 100% есть. И польза и для тебя, ну, то есть, так, как для человека. Я говорю, ну, от завтра, там, через 7 месяцев, допустим, все, закрыли снова границы, снова все сели на домашние там свои эти, ну, все, все может быть. Что делать будете? А тут уже у вас есть база, вы уже сидите конкретно с осознанием дела. Вот для этого я и делюсь, конечно же, вот такими продуктами, которые вы сможете, ну, однозначно, и особенно, если вы ничего не делаете. Вот у меня там некоторые мне ребята пишут, там, Кирилл, там, еще кто-то, Коль, у меня там $10 или $20, вот с чего мне начать, что мне делать? Так вот, что тебе делать. Это вообще для тебя это лучшее, что ты можешь сделать. $10, и что для этого нужно? Смартфон. Все, смартфон. Кстати, вот этого тигренка я назвал Ева. Мне подарил его Артур. Это просто, я вам говорю, ребят, ну это реально. Я ему вот сейчас сделаю возврат, когда токены. Я ему верну токены, то есть, ну, которые он потратил, ну, на этого тигренка. То есть я должен был, если кто не знает, я должен был этого тигренка. Артур, ты, кстати, здесь? Подними руку. Так получилось, что я, Артур, и сразу пошел поток. То есть, ну, короче, это отдельная история, но я рассказываю просто, как вообще это вышло. Подними руку, если ты здесь, пожалуйста, я тебя добавлю. Артур работает на вахте, на севере живет, и сам из Уфы парень. Вот, и мы с ним, он постоянно, ну, прям, я его не знаю, естественно, лично, мы там нигде не пересекались, но он постоянно красавчик, он постоянно так от души, то там где-то поддержит, то еще что-то, ну, вот прям от души. И когда NFT-шки запускались, NFT тигрята. И когда тигрята запускались, когда мы в прямом эфире, ну, как он рассказывал, я этот момент уже даже не помню, мы в прямом эфире торговались с ним, то есть я ставил, и он ставил. И он вот делал как раз ставку на вот этого тигренка, на этот кейс, на эту коробку. И он ее... Нет, нету его, да? Артур, ну, видимо, где-то уже спать пошел. И он ее, он делает ставку там что-то там $1000, я делаю 1500, по-моему, там, или две. И он делает ставку, я говорю, я могу его перебить, у меня просто там тигрят достаточно, да, чтобы его перебить. Хотя я тигрят тоже, ну, как нормально потратил на NFT. И я делаю перебой. Не, я не делаю. Он мне говорит, короче, я говорю, ладно, забирай, все, окей. И он забирает этот бокс. То есть я говорю, я не буду тебя перебивать, забирай этот бокс. Это, по-моему, даже было в прямом эфире. Ну, как он говорит, я этого говорю, еще раз не помню. И он открыл именно с этого бокса вот этого тигренка. И когда мы с ним потом заобщались, я ему просто я ему говорю, а ты, у тебя не было никогда желания тигренка подарить этого? И он говорит, да, типа было, ну так... Я говорю, ну, слушай, ну, классно, если было. И в итоге вот он мне просто говорит, Коль, я тебе хочу отдать. То есть, понимаете, насколько это... При том, что я ему не пообещал ни денег никаких, никаких там тигрят, даже еще не было раздачи тигрят, ну, чтобы вы поняли. Это было еще даже до. Он просто мне говорит, на, забери, как бы я тебе вот хочу его отдать. То есть человек потратил на это деньги свои, там, $1000 или больше, там, ну, потратил своих тигрят, там, ну, не, больше даже, по-моему, не ушел. То есть о чем это говорит? Это к чему? К тому, что, понимаете, насколько у человека внутри сформировалось вот это вот, ну, спокойствие отдать. То есть насколько он вообще легко к этому стал относиться. И он при этом он знает ценность. Ну как, он знает, что это, ну, это реально там, это NFT-шка, он в нее верит. Ладно, когда человек не верит там в проект, да, и он там, да, типа, да, на тебя, отдавай, ну, отдам, не нужен. А он верит в проект, он знает, что, ну, как бы, проект там классный, проект будет развиваться, что там, ну, он верит, короче. И он просто берет, получается, делится самой дорогой NFT-шкой во всей коллекции. Это вообще, это прям, ну, я говорю, это история вообще проекта.
Вот с таких вещей, понимаете, вот это то, что не купишь ни за какие деньги. Ни в каком проекте. Вы пойдите куда угодно, ну не будет там такой истории. И ее не, ну, подделать можно, конечно, не, ну всякие там волосы, но вот эту искренность, вот это настоящее, умение отдавать, его не подделать. Вот сегодня, кстати, крутая история. Сейчас. Вот я сегодня выкидывал в историю. Смотрите. Вот эта медитация, то, о чем я говорил. Не знаю, там видно или нет. Отдавать открывает дорогу к получать. То есть, вот я это, понимаете, то, что я это транслирую, это одно. Вот оно. И это везде сейчас этому уже начали учить. Ну, потому что, и почему или начали? Потому что я нахожусь в том пространстве, где это, и вы в частности, да, где это является, ну, основой. И мы, как только мы все с вами вместе это полноценно ощутим, как только мы это увидим, а это придет момент, когда мы все это начнем ощущать. И там не просто там иксы, там заоблачные иксы, но самое главное иксы, они не просто в финансах. Самые главные иксы это состояние, когда вы, ну вы просто кайфуете от того, что вы живете. Блин, да это самое есть ценное, что вы просто, все, что бы с вами не происходило, блин, все, что бы с вами не происходило, вы воспринимаете как позитив. И тигренок этому научил всех. Понимаете, да, в чем дело? Уже научил, меня научил, в частности, я нервничал, где-то там напрягался, ну, прям падал он. Да, боже мой, куда что? Чему научил тигренок? Даже если падает, то все равно встанет. И вы это проходите, вы это все проходите, вот этот этап. И когда он там полетит полноценно, вы будете говорить, блин, что? И вы будете, некоторые, многие из вас будут говорить, слушай, да хорошо я и не нервничал. Да хорошо я и был вообще спокоен. Что прошел этот путь без оглядки, так сказать, да? Но при всем при этом мы все понервничали. Ну, то есть я знаю, что все понервничали. Все это прошли. Даже я со своими какими-то там опытами, частушками, все равно я это проходил. Ну, представьте, допустим, пример. Вот я сейчас, вот я был на Мальдивах, я вам рассказывал, да? То есть там были ребята, которые заходили там, Олег заходил на 30 тысяч баксов. Не, Олег, по-моему, на 20 заходил. Саша заходил на 30 тысяч баксов. То есть ребята, с которыми я вот, ну, вот там мы общаемся, там они заходят, и тут бах, их проваливают вниз. На следующий день там или через день. А вы на Мальдивах находитесь там в окружении ребят. Вот как вы думаете, многие люди бы нормально это все проживали? Ну, попробуй вот сейчас, да, пойди кому-нибудь дай тему там тигренка, и он просядет у тебя, и человек потеряет, образно говоря, 100%. Но большинство из вас воспримет это как, ну, печаль печальную. И я тоже, кстати, в какой-то момент воспринимал это именно так. Но по итогу, это всего лишь путь. Всего лишь, ну вот такой маршрут, ну вот он пока что, ну вот так он выдался. Но когда ты понимаешь, что это, ну как бы фрагмент на вот таком вот отрезке длиной в жизнь, а тебя учат это просто уметь отдавать, как и эти ребята, вот они там зашли там на какие-то, да, там на большие суммы, но они спокойно зашли, отдавая. Взяли и отдали. И вот эти ребята получат здесь сполна 100%. Вот все, кто вот с таким отношением, они получат здесь 100%. Ну, я очень на это надеюсь, ну, мечтаю. Потому что, ну, я не хочу говорить, блин, рассказывать какие-то, ну, небылицы сейчас, кто там стоит,
скажем так, за спиной, да, и кто этот проект вообще в принципе может качнуть, не хочу говорить. Потому что я сам, ну, до конца не знаю, остается только как-то где-то там фантазировать. Но я в это верю по многим параметрам. Я не буду их сейчас перечислять, но там аргументов масса. Масса аргументов. Так, что-то там со связью. Все нормально, меня слышно, видно, а то что здесь сбои какие-то легкие. Вот. Но я и просто вопрос в чем? Ребят, понимаете? Ага, вот и пост тигренка. Тигренок сегодня дал 4%. Спасибо. Кто-то, кстати, да, есть такие люди, кто... Биток будет к концу по 12К. Ну, короче, сколько будет, то столько будет. Может быть, к тому времени запустится тренд по благотворительности все-таки. И, кстати, вот пока мы с вами разговариваем, тоже смотрите, сейчас покажу. Ну, Бугмен тоже чуть подрос. И у Тигренка тоже немножко позитивчика подприбавилось. Но я же знаю, как это бывает. То есть чаще всего люди же, вот смотрите, вот когда, ну вообще прям просто посмотрите, как 22 сентября, и вот он плавненький. Ничего, я же говорю, все постепенно все поймут. Все постепенно осознают, что лучше по чуть-чуть, но много, чем один раз. И все. Мне нравится вот этот вот, что сейчас происходит, мне очень нравится. Вот этот плавный набор высоты, я вам хочу сказать, что он мне... А поставьте плюсы, кстати, кому вот больше нравится, вот просто интересно, может быть, это я такой... Ну, мне, допустим, вот гораздо приятнее даже на это смотреть, нежели даже просто на памп, когда там вот рост тигренок там 30% в сутки, 40%. Вот серьезно, мне как-то вот внутри, мне даже как-то вот спокойнее это. Понимаете, да? Реально, то есть мне вот как-то даже это спокойнее. Кое-что интересное тут есть. Вот ребята просят, так, готовы получить свой work на платформу Мастер. Спасибо за поддержку. Сейчас на платформе сегодня будет свой второй лотерей, где будут участвовать только холдеры Суликатова. Это крутая возможность выиграть еще более крутые призы. Здесь плюшку какую-то прислали. Это те, у кого есть, это те. Короче, ребят, давайте я постараюсь тоже ваше время, ну, скажем так, не занимать чересчур сильно. Я хочу просто поделиться с вами самым, наверное, ценным. Первое. Я на сегодняшний день доволен тем, что происходит с курсом. Повторюсь еще раз. Для меня... Вот та динамика, которая сейчас есть, она мне намного больше импонирует, чем просто был бы памп и все. Потому что те, кто это четко понимают,
те, кто это четко понимает, они уже, ну, как по мне, да, как я это вижу, эти люди уже, ну, 100% могут посчитать какую-то, ну, сделать какую-то математическую модель для себя. То есть они уже могут спокойно посчитать. Понимаете, да? То есть они спокойно могут посчитать, прикинуть, где нужно там зафиксировать и так далее. И вот эти все ребята-помповики, они потихоньку просто уйдут. Ну и давайте как есть. Если будет доходность в 3, 5, там 2 даже процента в сутки, ну, на мой взгляд, это довольно-таки хорошая, серьезная доходность. Я, конечно, не знаю, как вы считаете, но, на мой взгляд, это хорошая доходность. Понимаете? И когда мы все планомерно придем вот к этим, ну, к этому пониманию, не просто хайповому, а какому-то такому более или менее здоровому пониманию, ну, видим самое главное, то, для чего был сделан тигренок. Мы увидим настоящее желание заниматься благотворительностью. Теперь хочу самое главное для всех вас сказать, ну, для тех, кто здесь на Массессии. Ребят, я, конечно, не хочу здесь говорить, что будет вот так или будет вот так. Ни в коем случае не хочу. Но... Одну секундочку. Мне здесь просто написывают, и нужно это все совместить. Но давайте так. Если вдруг так... мы видим вот такую вот динамику плавную, да, то есть поэтапную, постепенную, то мы можем, ну, как минимум сейчас предположить, что наш баланс, ну, который у нас есть на данный момент, вот, наш баланс нужно правильно распределить. То есть если у нас был вход наверху, ну, допустим, кто, давайте, поставьте, кстати, плюс, кто заходил наверху, ну, кто заходил на хаях, вот, поставьте, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, плюс, ну, кто есть, кто здесь заходил на хаях на высокой цене? Кто из вас? Ну, и получается, тот в минусе сейчас. Плюсы. Заходил везде, плюс. Эти вот джимбо, это на остановить этого бота, что ли, не знаю. Заходил везде, да. То есть получается, что, смотрите, я объясню просто вам чуть-чуть, ну, как сказать, на пальцах. Сейчас здесь закончу кое-что. Хочу, я просто хочу, чтобы мы, ну, как говорится, на пальцах это все, да, можно вот взять и посчитать математику. Она простая, она бьется очень легко. Вот сегодня мы имеем, ну, уникальную такую возможность для себя понять, сколько мы хотим заработать. Вот можно считать самостоятельно. Вот смотрите, если мы с текущих, давайте уберем вообще, в принципе, уберем в сторону, что мы заходили там до этого. Уберем пока в сторону. Это мы отдельно посчитаем. Вот если мы с текущих заходим свежими деньгами, вот я зашел свежими деньгами. Ну, не буду рассказывать, сколько буду заходить там, ну и так далее. Это не хочу я сейчас озвучивать. Сам факт, что я зашел свежими деньгами. Вот если я зашел на $5000, вот 30 иксов, это какая сумма получается? Все ж умеете считать?
150. Это мы говорим до АТХ. И это то, что есть просто еще математика, которая... Да. Я, смотрите, ребят, я сейчас вот, поймите, вот сейчас все эти паузы, они для того, чтобы переваривалась также информация. То есть каждый из вас сейчас, он проживает вот этот момент, и у него информация где-то... И вы извините, что если вдруг я отвлекаюсь где-то, да, там, у меня просто еще попутно, ну, куча дел. Сегодня не так вот на эфир, ну, у нас, получается, ушло вот уже 2,5 часа на все эти процессы. Но еще помимо этого куча дел, которые нужно порешать. Вот, я максимально постарался там для вас эту ценность там с проектом с этим принести, но нужно, короче, понимать. Извините, в общем, если вдруг кого-то напрягает, что я где-то там отвлекаюсь, ухожу. Опять же, переваривайте информацию. То есть вот за время, пока мы с вами общаемся, можно уже спокойно переварить информацию для себя. Прожить эту информацию, увидеть, а, оказывается, вот так вот. Потому что тот, кто научится видеть быстрее других, тот, естественно, и получает результат всегда быстрее других. Понимаете, да? Ну, так всегда было, есть и будет. Вот кто умеет быстрее видеть, вот как пример. Помните, я давал XRP? Да, ну, сейчас можно ряд токенов вам дать. Вот кто видит это там в прямом эфире, тот берет и говорит, вау, прикольно, это знак. Я вижу это как возможность. Многие шуфиры были вообще без повторов. Без повторов. И во время эфиров, вспомните, сколько раз было, что люди во время эфира просто могли также сделать иксы, когда токены какие-то отслеживались, какие-то приходили. Вот. Я хочу просто сказать, что, ребят, у нас с вами сегодня появляется уникальная возможность где-то там даже посчитать математику, которая бьется. Понимаете? Насколько это реально, вы сами оцените. Вот я это оценил более чем реально. Что при такой динамике, я с вами делюсь прям, блин, вообще открытым текстом, сокровенным, что я это увидел, почему у меня все больше спокойствия. И пусть дублицирует теперь это кто хочет. Понимаете, нет? Если так будут дублицировать другие, да пусть дублицируют. Зато скамов меньше будет. Но это как, блин, я надеюсь, просто это слышно сейчас. Это возможность для каждого пока что еще. Потому что вот этот эфир, на самом деле, он уже такой, ну, как бы мягко сказать, он, блин, он очень дорогой. Ну, то есть, не все его сейчас поймут как дорогой, но потом многие вспомнят его как дорогой эфир. Потому что... И тут дается сейчас информация, которая, еще раз повторюсь, бьется математически. И когда вы посмотрите на график, как, ну там, допустим, через неделю в случае вот этой динамики, это будет плюс 50%, вы отмотаете назад, вспомните понедельник, как вот, допустим, на прошлой неделе, это было еще, ну мы можем посмотреть. То есть давайте посмотрим, что за неделю. Да. Да, муж. Разрешение. И. Ну, я не могу это вообще убрать. Что это за грипп такой? Я не смогу включить. А, где ты такое поймала? Не знаю, мама мне просто написала, и мне это там вышло. Только что? Все. Угу.
какая-то вот такая вот шляпа, короче, выскочила, и ее нельзя не закрыть. Женя Дом запрашивает разрешение отправлять вам важные предупреждения. Важные предупреждения всегда воспроизводят звук. Не беспокоить, управлять вам. Ну, короче, пусть он пока, ладно, полежит. Поставим на зарядку. Перезагрузить. У кого-то было такое или нет? И он не выключается. Меня у друга такое было, перезагружали и все. Почему? Ну-ка, давай, да, еще сейчас попробую. Может, подольше нам подержать? Что подержать? Ну, выключение. А как он... Прибавить и выключение. Не, как-то вот, чтобы прям вообще полностью его выключить без этого. Вегас, что надо? То есть выключать, он не выключается, я же говорю. Это ерунда. Ну ладно, потом, давай, я у меня эфир потом сделаю. Вот он успех. iPhone. Hard reset. Как это делается, hard reset? Ладно, напишите потом. Что такие? Окей. Давайте двигаемся дальше. Смотрите. Что такое, блин? Что, шутки, что ли? Как меня слышно? Хорошо, хорошо. Хорошо. Ладно. Сейчас. Это, конечно, смешно, но у меня и почему-то компьютер. Сейчас перезайду. Только с вами поговорил, у меня компьютер почему-то завис, ничего не закрывается, ничего не открывается. Ну вот, короче, информация такая, значит, полезная для всех. В общем, друзья, бывает же. В общем, друзья, я повторюсь еще раз. Для меня Baby BNB Tiger. Ну, видео запускайся. Никит, меня нормально слышно? Да. Да, слышно. Я думал, у меня уже все, короче, я думал, все макбуки решили разом. Разом напрячься. Короче, ребят, смотрите. Мы сейчас сделаем с вами розыгрыш. Ну, у нас, в принципе, розыгрышев несколько. Причем назвать розыгрыши даже не стоит, я думаю. То есть мы сейчас с вами... Первое, должны найти 5 победителей. Это я сам сделаю, короче. Я 5 победителей скину. Приз дам этим победителям. Никит, какой дадим приз? Может быть, и на для АИшки или обучения, что лучше дадим? Может, АИшку активируем 10? Ну, 10 максимум. Ну, в принципе. Что лучше? Или обучение дадим? А пусть сам человек выберет, чему хочет обучаться. Короче, да, вот вам, смотрите, я покажу 5 победителей, и вы сами для себя выберете, что вам лучше. То есть получить обучение по DeFi или получить этот самый, активацию для АИшки. То есть я договорюсь, чтобы, соответственно, ну, заплачу за вас там, для того, чтобы вы активировали вам бота в АИ. Ну вот, это будет 5 победителей, кто написали комментарий. Что, конечно же, отдельная благодарность. У меня, кстати, в Инстаграме тоже там я сейчас планирую рилсы проводить каждый день. И там у меня идет определенный, короче, там
тоже определенная работа для того, чтобы люди, ну, соответственно, активизировались, зашли, заходить начали в Тигрен. Если есть небольшой план действий. Мне нужна ваша там тоже поддержка, если вдруг вы, ну, скажем так, хотите поучаствовать и какую-то, ну, отдать что-то, да, то есть вот отдать как минимум свое внимание, вы можете зайти и написать какой-то там комментарий от себя, не просто в тупую там, а конкретно по теме. Вот это будет как минимум ваше уже отдавание, благодаря которому вам просто станет лучше. Вот я же говорю, начнем экспериментировать по отдаче с маленьких вот таких вот вещей. Вот зашел, поставил комментарий, ты уже минимум дал, что ты дал? Внимание и свое, ну, какое-то там свое слово. То есть дал. И смотришь, что происходит. Это очень крутая практика, которую можно, ну, прям взять за основу и, ну, я не знаю, может быть, конечно, это не принесет сначала какого-то прям супер удовольствия, но в конечном итоге даст хороший результат, это 100%. Это никогда не пропадет. Такие вещи никогда не пропадают. Сейчас я переключусь, на компьютер все равно жарко. На улице. Вот. Второе. Сейчас, когда начнет тигренок, ну, никогда не начнет, а когда продолжит расти тигренок, я же надеюсь, вы все прекрасно понимаете, что чем больше мы показываем актив, чем больше мы показываем свое, ну, какое-то хорошее позитивное настроение, тем больше людей, тем большим людям это становится интересно. Тем больше настроение это транслируется в чате, ну, то есть и позитива больше и так далее. Я могу сказать так. Каждое ваше слово, каждый ваш комментарий, каждый ваш голос, он важен. И если вы думаете, что ваше слово или ваш комментарий, или ваш лайк, или ваша гифка, она не имеет какого-то серьезного значения, то я вам хочу сказать, вы ошибаетесь, потому что иногда вот такое вот одно маленькое действие может дать невероятно большой результат. Я хочу, чтобы вы это просто для себя уяснили. И для каждого из вас, ну, я как бы максимально хочу, чтобы каждый из вас ощутил вот эту силу того, что вы конкретно можете сделать. В принципе, все. Я думаю, что не буду я перегружать информацией. 2022 график мне скиньте, пожалуйста. Кстати, сколько стоил биток 2022? Блин, надо попить воды. Наговорился. Привет. Приятного аппетита. Например, я думаю, сейчас тигренок топ-8 на DexTools'е. Пока ты уже говорил, да, хорошие слова, он сразу же подлетел. Ну, опять же, я же говорю, благодаря чему, ребят? Сейчас я вам покажу, насколько вообще в нашей семье все это развито. Евочка, привет. А ты кто? Ну, я имею в виду, кто ты? Кошечка, мышка, кто ты? Ну ладно. Ну, короче, тигренок она. Что бы ты ни сказал там, тигренок, я знаю, маленький тигренок. Хорошо. Понимаете, настолько я живу этим. То есть я живу тем, что как бы делаю все для того, чтобы вот эта история, она приобретала вот такой вот, ну, мягко говоря, результативный характер. Для кого? Как для себя, так и для всех. Я уже говорил, что мое счастье – это когда счастливы все. И единственное, я вам хочу сказать, единственное, вот
ну, говорю как есть. Я почему расстраивался, когда тигренок падал вниз? Единственное расстройство мое было. Это не потому, что у меня становился там где-то там баланс типа меньше. То есть единственное расстройство у меня было, что люди, которые, ну, которые зашли сюда, чтобы заработать, вот, у них тогда становилось меньше денег. Вот это единственное, что со мной люди не заработали. Вот даже когда токены я даю какие-то, вот, ну, представьте вот на секундочку, просто вот задумайтесь, когда ты делаешь, ну там, выкидываешь в чат, никогда не закрываешься ни об кого, максимально честно стараешься вести себя. Это вот был один крендель, ну сейчас расскажу. И когда потом ты смотришь, что кто-то там говорит, да он там закрывается, да он там это, давай там у него приватку возьмем там на троих, там, ну какие-то, ну такой бред, короче, ну я думаю, ну как бы ладно, пусть и такой. Ну и спокойно и это тоже принимаешь. Был один товарищ, расскажу вам. Короче, один кошелек я отслеживал. И я говорю, я на этом кошельке постоянно он подсирал, короче. Я нашел одного типа, что, ну, подумал, что это прям он был. Вот. И я, ну, я ему потом пишу, я говорю, ты зачем так делаешь? Он говорит, ну, это типа не я. С чего ты взял, что это вообще я? А мне он до этого говорил, так это ты там проливаешь, это ты там сливаешь типа курсом и так далее. Я говорю, ты отвечаешь за свои слова, что я хоть один там, хоть раз слил какой-то курс. Хоть раз. И потом, когда я ему об этом сказал, а он говорит, да это не мой кошелек, я тебе отвечаю. Я говорю, тебе приятно? Я говорю, но ты при этом ничего не делал для проекта. Ну, то есть, по сути, ты вот просто зашел и все. Я говорю, а когда, представь, если бы ты делал для проекта там кучу всего, если бы ты, ну, работал над тем, чтобы это развивалось, если бы ты просто как свое это детище, да, там растил, и тебе бы такое вот потом сказали. Я говорю, как бы ты себя чувствовал? Короче, это я просто к чему все это говорю, для чего я это все говорю. Вот все это пусть останется в прошлом. И сейчас вот этот позитив, о котором я говорю, где-то поддержка, где-то там трансляция, где-то картинка, где-то внимание. Это ваш вклад. Ваш вклад во что-то большое. Вы не можете сейчас пойти благотворительно сделать детскому дому там лишний раз. Вы не можете, ну, потому что у вас самих еще нет. Но вы можете сделать то, что направит людей вот в сторону вот этого вот, ну, назовем это там, не знаю, как хотите называйте, света, там, радости, любви, добра, как угодно. Вот это участие, оно очень ценно. Я надеюсь, что максимально вам, как говорится, разжевал и в рот положил. Благодарю всех, кто был сегодня на сессии. Вот Никита, мой брат, вот у него сейчас время там 4 часа ночи уже, по-моему, плюс-минус. Вот этот человек пашет просто днями и ночами для того, чтобы тигренок радовал каждого из вас. Поймите, мы все вместе можем сделать большой результат. Именно все вместе. Так давайте его просто делать. Степ-бай-степ, потихоньку, не спеша, давайте его делать все вместе. Ну, опять же, если вы этого хотите. Всем пока. Спасибо большое за внимание. Всех победителей по конкурсам выложу на канале. Никита, что-то хотел сказать? Нет, нет. Спасибо большое. Да. И еще, не забудьте, если у вас NFT, отправить по NFT-шкам. Обязательно отправьте свои кошельки, чтобы вам вернули ваши монеты. Все, пока, спасибо.